Маэстро заставляет публику затаить дыхание. Русский марш. Бравый, гордый, победный. 11-й год подряд любители медных труб, исполнителей и поклонников собирает фестиваль детского и юношеского творчества «Маэстро-марш». Суть проекта – привлечь молодежь к патриотической музыке, сделать трубы и тромбоны вновь популярными. Я сам просто начал играть на трубе, потому что вот бежал с уроков со школы и увидел духовой оркестр. Вот это все мне понравилось, блеснули вот эта вот медь, блеснула выправка. И захотелось, вот, как говорится, до сих пор служу в военном духовом оркестре. Цель достижима, утверждают организаторы. В этом году марши и песни о войне исполняли более 800 молодых людей из Самарского региона и Оренбурга. Кроме духовых были и клавишные, и народные инструменты. Фавориты фестиваля этого года – хоры, тоже с маршами. Чествовать лауреатов на сцене не стали. Оркестр был один, сводный. Юношеский коллектив с балкона подыграл муниципальному духовому оркестру. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.